Друзья, всем привет! Сегодня сделаем прикольную самоделочку из старого ненужного бура. Бур у меня будет восьмерка. Также нам понадобится вот такой бронзовый штуцер и любая деревяшка. Я взял вот такое полено. Это, в принципе, все, что нам потребуется. Ну и приступаем к нашей самоделочке. Всем приятного просмотра! Thank you.
Итак, друзья, вот такая прикольная приспособа у нас сегодня получилась. Можно назвать ее керн, шило. То есть в любой мастерской всегда найдет свое применение. Как я уже сейчас показывал, можно делать разметку в дереве. То есть мы накернили и затем уже сверлом сверлим. Также наша приспособа не боится металла. Мы сделали разметку, и наше острие осталось такое же острое. Вот такая приспособа у нас получилась. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всем пока, до новых встреч!